А предыдущей серии мы полазили по данной подземке, поразгадывали всякую херь и в итоге добрались вот до этой темы, не знаю, что это такое, и вставили уже туда две батарейки заряженные, еще нам две надо туда и третью сюда. Где их искать, я не знаю, сейчас пойдем назад. Что уж делать-то? Назад мы их забрать не можем. Самое парадоксальное то, что мы теперь не можем вернуться наверх. Вот в чем. И больше я даже, блядь, я понятия не имею, где можно взять еще батареек. Потому что, блин, не знаю. По-любому где-то наверху они должны быть. Жалею о том, что я забрал отсюда батарейку. Тоже там тупо не уехать теперь. У меня только один ключик остался и две использованные батарейки. Все. Что делать? Что делать? Я без понятия. Так, ну, пойдем туда. Не знаю. Тут у них не может быть. И что нам делать? Блять, и никак их выковырить нельзя оттуда. Ебаный папуас. А, ну все, понял. Понял. Он их заряжает. Ясно. Сейчас что-то будет. Пики-пики-пики. Пацаны. Пацаны. Делать, блять. Паника, паника.
ну что, давай уёбывай. Уёбываем. Уёбываем, блядь. Еще лучше. Пиздец. Просто пиздец. Блядь. Да ты охуел, что ли, блядь? Так, короче, я понял. Не стоит приближаться к товарищам с копьем. Раз-то получилось пройти, я что-то... Что-то я даже понять не могу. Тихо. Так у нас есть, конечно, несколько секунд, как я понимаю, да? Погнали дальше. Блять. Ну чё за херня? Ой-ой-ой. Так, погоди. Куда мне вообще надо? Гонишь ты, сколько здесь их? Ёб твою мать. Так мне туда надо. Да, блядь, посмотри, сколько их там. Начинать.
не люблю такую хуйню. Давай ты, ёпта. Как мне, блядь, туда пробраться? Просто так, блядь, хер ты щеманёшься. Понятно. Тихо. Ой. И чё дальше, блядь? Господи, я больше, точнее, я надеюсь, больше такой хуйни, блядь, не будет. Ну и чё, мы вышли сюда? У нас же нету батарейки. На, он работает уже. Ничего. А, мы все понял. Мы же дали энергию. Все ясно. Вот. Что нам так нужно было? Закончим эту серию. Увидимся уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Подписывайтесь на канал. Всего доброго, до встречи.